Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет первое открытие после обновления. Я еще ни одного сундука, не учитывая Brawl Pass, не открывал после обновы. И есть что проверить. Мне скидывали скрины, что шанс на Легу после выхода хроматического браузера, шанс на Легу вырос в два раза. Скидывали шансы там 0.4, 0.5. У меня глаза просто на лоб полезли. Как такое возможно? И сегодня хочу проверить, так ли это. Будет легендарка падать ли чаще? Друзья, больше нету сундуков, привычных нам в меню. У нас теперь Brawl Pass здесь. И, знаете, вот этот архив олдовский, который у меня остался со старых сундуков, я расписал на много разных интересных моментов. Сегодня первое открытие, потом там некоторые сундуки для батла, некоторые сундуки для определенного открытия, некоторые сундуки спустя там долгое время, когда вы все подрастете, когда у меня будут внуки, я им буду рассказывать, а помнишь, были такие сундуки за жетоны? Так вот, у меня они сохранились, и сейчас я их открою. Ну, примерно так. Итак, первый аккаунт, который я достал с олдовского архива. Аккаунт 854 маленьких, 131 большой, друзья. Эти сундуки потратить можно, а вот накопить снова уже нельзя. Ну, посогласитесь, фрипас с этими сундуками больше не сравнится. Но да ладно. Я вам хочу показать, что нету на аккаунте. А нету много чего. Джеки, Биа, Мортиса. Короче, куча мификов, куча легендарок и Гейла нету. Гейла нету. Он, получается, самый редкий считается. Шанс на Легу здесь невысокий. Но здесь очень много персонажей нету. Если я сейчас начну открывать, шанс вырастет. Вот что хочу проверить. Во-первых, работает ли после обновления лайк, подписка на канал. Ребята, по традиции, нажмите лайк, подпишитесь на канал. До обновы это стопудово работало. Если вы подписываетесь и ставите лайк на видос с открытием, мне и вам падают легендарки. После обновы проверяем прямо сейчас. Есть также сундучки на пути к славе. Короче, я еще ни разу не открывал сундуки после обновы. Интересно, как это будет. 854 маленьких, господи. Мы начинаем. Вы готовы? Поехали. Эй! Оп, все, да, я думал, кстати, вот эта менюшка будет убираться и будет нелегко открывать. Серьезно, ребята, мне начали писать, что после обновы бойцы стали падать чаще. То есть разработчики урезали количество боксов, теперь вы их не можете фармить тысячами, но при этом бойцы стали падать чаще. Хотя как это может быть, если шанс по сути не изменился, но кто-то говорит, что шанс на Лигу вырос в два раза. Посмотрим, так ли это. И работает ли это у нас после обновы. Но опять же, без подписки лайка тут вам делать нечего. Бе, просто. Первый боец есть, эпический. Я сделаю скрин. Слушайте, даже еще не выбили этого. Стоп, у нас два бойца. А, все, я понял. Я понял, принял, у нас пассивка выпала. Так, окей. Продолжаем. Ну что ж, продолжаем. Это круто, что падать будет круче. Но посмотрим, насколько круче. Представляете, сейчас выпадет мифик. Если выпадет мифик, то все скептики, которые не подписались, будут без дропа. Лайк, подписка обязательно, ребзи. Проверяйте, пожалуйста, это очень важно. Это очень важно проверить подписку на канал. Если подпишешься до выпадения Леги, то удача к твоему аккаунту. Кстати, ну, я не знаю, а что вы больше хотите? Вот напишите в комментариях, мне очень важно понять. Нового бойца много ли игроков выбило? Просто, опять же, многие говорили, что в первые дни выхода хроматического бравлера его как бы выбить проще, намного проще. И его реально многие выбили с бесплатных, не покупая брал пасы, не донача в игру. Вот, но при этом я до сих пор не знаю, что для вас важнее, Лего или этот Гейл? Что вам больше хочется? Ну, если... это я у вас спросил, посмотрю ответ. А если вам интересно, что я думаю, то в любом случае Леги сильнее. Персонаж, я его апал на 1000 с Дарк Ангелом и Витл Шарком. И персонаж, ну, не имбовый. Я не могу сказать, что он прям супер такой легкий. Но и не могу сказать, что он дно. Он не дно, он реально интересный. У него классная ульта, интересная ульта, которая саппортит в некоторых режимах очень. Если правильно подобрать комбу и правильно пользоваться, нереально крутая ульта. Гаджет тоже прикольный, но я им не научился пользоваться правильно. Если придумать какие-то прикольные комбинации, гаджет плюс какая-то связка тоже супер классная тема. Я его еще не тестил, так, гаджет выпал, еще не тестил в режимах там ШД, там, может какие-то дуо связки прикольные. Надо будет как-нибудь, но не сейчас. Опа, Джеки, но Джеки, окей.
Так, ну что, у нас получается еще 700 боксов и нету мификов и легендарок. Ну что ж, приступим. Боже, ну у нас очень много сундуков, поэтому я надеюсь, что Лего дропнется. Вот, я буду вот так вот... А ну, теперь можно по два сундука открывать? Сейчас проверим. Да, можно по два сундука. Смотрите, я открываю по два сундука. Видите, я открываю по два сундука сразу. Вот, смотрите. Вот, допустим, смотрите, вот сейчас у меня 676, сейчас будет 674. Смотрите, оп. Да, видели? Еще два, оп. 700, 672, видите? И один сундук мы не видим с вами. То есть один открывается, а второй невидимый. То есть если нам что-то оттуда дропнется, то мы не увидим что. А ну давайте посмотрим, нам ничего не дропнулось случайно. 9 бойцов? Мы выбили... Подождите. Подождите. Мы выбили Тару. Мы выбили Тару, господи. Блин, не хотелось бы выбить бойца и, ну, и не увидеть его. О, три шестерки! Фу, сгинь. Так. Ну, слушайте, это реально новые сундуки. После обновы это что-то интересное. Так, продолжать по два сундука открывать или не рисковать открывать по одному? Просто по два быстрее сундуков откроем. Можно по одному, но не знаю. На самом деле плевать, увидим мы выпадение Леги, не увидим. Мне главное ее выбить. Но мне главное, чтобы вы подписались. Вот это главнее. Это главнее, потому что все равно многие, кто смотрит ролик, все равно многие не подписываются. Реально, ну, такой процент, он присутствует. Я бы хотел прям 100% заюзать все силы, потому что если все, кто смотрит, поставят лайк, все, кто смотрит, подпишутся, я думаю, что мы выбьем и не одну легендарку сегодня. И Гейла, самое главное Гейла. Проверяем. 9 бойцов. Все, хорошо. Понимаю. Так, ну я также по 2 буду сундука открывать пока что. Дабы ускоряться. Так, гаджет. Гаджет. Потому что, ну блин, 800 боксов, ребзи. Специально для вас, после обновы. Я специально это... И на самом деле еще есть очень дофига классных... классных олдовских архивов. Я буду их так называть. На открытие. Но я их буду в определенные дни и в определенные события открывать. Вот, специально, потому что, понимаете, эти сундуки уже накопить нельзя будет. Но открыть их еще можно, их у меня достаточно. Я прям все, знаете, заархивировал. Так, это я открою в эти дни, знаете, как... как их... закрутки на зиму. Зимой откроем эту банку помидор, а летом мы их закроем. Вот то же самое здесь у меня. Я сундуков заархивировал и буду их открывать там спустя какое-то время. Но это первый аккаунт такой тестовый сейчас. Ну нифига себе тестовый, 800 сундуков, ядрёна мать. Так, хорошо, смотрите, мы открыли 300. Да что ж это слово мне преследует? 13 новых бойцов! Так, а как? Давайте... Больше всего трофеев. Ага, так, смотрим. Новых бойцов пока не видать. Не видать, это гаджеты, пассивочки. Давайте, если что, кого-то прокачаем. Кого только. Вот на 9 уровень можем прокачать. Вот на 7 можем прокачать. Гаджет выбить, вот гаджет можем выбить. Так, кого еще? Вот гаджет можем выбить. Вот гаджет можем выбить. Так, такс. Ну пока достаточно, пока достаточно. Продолжаем. Так, ну после выпадения Тары нам ждать либо Гейла, либо легендарку. У нас еще 130 больших, тоже не забываем. Еще лента есть, еще Брал Пас. Да ты что, это вообще мощное открытие. Интересно, что выпадет. Так, пассивка, окей. Так. Да ну нафиг, да ну нафиг, да ну нафиг, да ну нафиг. Как он выпал? Как он выпал? Да как он выпал? Он же... У него шанс выпадения легендарки сейчас был. Друзья, все-таки да. Все-таки были правы, что выпадение Гейла в момент его выхода может повышен шанс выпадения. Но он повышается еще больше, когда вы лайкаете и подписываетесь на канал.
Прожимайте лайк, не скупитесь лайком, не скупитесь подпиской, нажимайте на этого. Блин, как же классно, слушайте. Как же классно выбивать новую редкость. То есть вы посмотрите, здесь, я только сейчас это увидел. Что редкость эпическая, мифическая, легендарная, снова мифическая. Ну, то есть у него по сезонам будет редкость уменьшаться, но я только сейчас заметил, как что за фон. Только сейчас обратил внимание. Он одновременно и легендарный, и мифик, и эпик. А, боже, как же классно его выбивать. А, боже. Боже, блин, как же повезло. А, и нам же повезло еще, что он выпал именно с того сундука. Короче, блин. Не понял, мы выбили Джина еще одновременно. Ребята, я такого еще не видел. Мы Джина выбили, посмотрите. Мы выбили два мифика и Гейла, серьезно? Серьезно? Ладно, продолжаем. Боже, я так рад, что его выбил. А, какой же он классный. Он офигенный, ребята. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Вы что, вы видели? Мы выбили нового бойца и мифика одновременно. То есть, ну, мифика выпадение мы, к сожалению, не лицезрели. Потому что я открываю по два сундука одновременно. Ну, слушайте, теперь выпадение, я думаю, будет с больших. Потому что... Хотя нет, еще, думаю, мифик дропнется. Офигеть, просто осталось Легу для полного счастья выбить. А, жесть, Ребзи. Ребзи, это жесть. Боже, я не ожидал. Не ожидал такого открытия. Фуф. Блин, у меня аж дар речи отобрало. Короче, лайк, подписка работает, это теперь проверено. Все, после обновы проверено, можете смело подписываться, приглашать друзей. Кому не везет на выпадение, говорите, есть выход. Посмотри ролик с открытием холдика, подпишись на его канал, поставь лайкос и жди везения. Ой, ребятки, блин, спасибо вам огромное, реально. Я верю в то, что это вы подписались, поставили лайк. Естественно, это всего лишь моя вера. Стопроцентно это не работает. Но я в это верю, блин. Круто. Так, ладно, ускоряемся. Жаль, нельзя по 4 сундука одновременно открывать. Так. Чувствуете, да? Я по 2 сундука сразу прокликиваю. Хоп. Еще немножко подлагивает, не идеально все открывается, но в любом случае. Я помню, открывал сундуки у подписчика. То есть, ну, подписчик меня на улице встретил, говорит, бывает, просят, пожалуйста, открой, я там накопил 10-20 сундуков. Я! Я просто вареный. О, моя голова закружилась. Я хочу тебе напомнить, дружище, что мы выбили редкого бойца, мы выбили мифического бойца, мы выбили легендарного бойца, мы выбили редкого бойца. Ох. Напомню тебе, дружище, мы выбили сверхредкого бойца, мифического бойца, легендарного и хроматического бойца, сверхлегендарного. Страсти-то накаляются. 20 новых предметов, что тут происходит? Мы Мортиса выбили, боже мой, как все падает. Осталось 3 мифика и 2 леги. Ну что ж, я продолжу, чтобы не отвлекаться. Что у нас тут? Фух. Так, давайте еще прокачаем кого-то. Это будет прям рекорд. Слушайте, я прям после открытия захотел пооткрывать сундуки. Ой, после обновления пооткрывать сундуки. А кого мы еще можем прокачать? Так. Ну давайте Биби прокачаем. На шестой или на... А, не могу. На седьмой прокачал. Все. А могу прокачать еще кого-то сильнее? Вот, могу на девятый. Так. Розу могу на девятый? Нет, не могу.
Не то, может, на 9 могу. Нет. А, да, могу. Может, рикошета могу на 9. Не, не могу, золота нет. Боже мой, я не верю. Выпала Сэнди, я не верю своим глазам. Боже мой, я вообще не ожидал, что такое открытие будет. Я думал, да ну ладно, там какой двойной шанс на выпадение Леги? Такого не бывает. Но он тройной шанс после подписки на мой канал становится. Тройным. Короче, пацаны, если хотите Гейла, Легу, что угодно, ляпайте подписку, ляпайте на колокольчик, ляпайте на лайк, вообще ляпайте на все. И приглашайте друзей тоже, говорите, дружище, если не везет, посмотри холдик, вот как выбивает. Подпишись на него, и он тебе передаст тебе свое везение. Я вам серьезно говорю, просто верьте, верьте в чудо. Боже, мы Мортиса еще выбили, я его не видел. Трэш. Короче, да, может реально разработчики увеличили шанс на выпадение бойцов, потому что сундуков стало меньше, а выбивать, ну, что, теперь не выбьешь никого? Офигеть, у меня есть такой аккаунт, боже, я представляю, сколько я там выбью. А у нас еще проекты с Саурумом, боже, что там будет происходить, я прям вообще в шоке. Это будет шикарный батл. Короче, Аурум, надо батлить срочно. Надо срочно батлить. Так, ладно. Такс. Пук. 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 Пассивка. Окей. Так. Давай. Я думаю, с маленьких боксов уже ничего не выпадет. Боже, классно. Как хорошо, что мы увидели выпадение Сэнди. Жаль, что нету хроматических бойцов. Боже, ну это было шикарно. Мы его сейчас прокачаем так мощно. Так. Гаджет, окей. Боже, сколько мы всего выбили. Как же я обожаю такие открытия. Какие же они мощные. Так. Еще гаджет. Ой, пассивка. Так. Давай быстрее. Блин, жаль, по 4 бокса нельзя открывать. Стоп, я открыл 4 бокса. Я по 4 бокса открываю одновременно. Вы это видите? Я по 4 бокса одновременно открываю. Я только сейчас это заметил, пацаны. Я 4 бокса одновременно открыл. Не понял. А, все понял. Все на месте. Вы видели? Я по 4 бокса одновременно открывал. Смотрите, вот сейчас 95, смотрите. 92. Открыл 3. А ну сейчас еще раз 4. Было 92. Еще раз 4. 86. Это 3 бокса. А ну сейчас попробуй 82, чтобы было. Да, 82! Тупо по 4 бокса одновременно. Ты шо? Просто сразу 4 пальцами открываю. Вы такое раньше знали или нет? Я только сейчас это заметил, что такое возможно. Получается... Ёпала мать, просто! Просто жесть. Остановите землю, я сойду. Ребята, мы выбили почти все. Да такого не было никогда. Ну, продолжаем. Просто по 4 бокса одновременно холдик открывает. Вот так сенсей просто. Мастер спорта по открыванию боксов. Гля, я только сейчас это заметил. Что такое возможно. Раньше я только по 2 открывал. По 4 думал. Капец, это можно даже... по 6 открывать одновременно. Так. Маленькие закончились. Видите, что будет, когда вы откроете их? Просто будет пустое окошко. Ну что ж, продолжаем к большим. Приступаем к большим. У нас осталось 2 мифика и 2 леги. Друзья, открываю по 2 бокса. Возможно, скипну выпадение. Ой, господи, что-то... Так. А что-то больших не получается по 4 одновременно открыть. Так. А не получается, Смотрите, что происходит. Так прикольно открывать сразу пачкой. Я считаю, что это разработчики должны ввести на игровом уровне, чтобы ты мог вот так выбрать количество боксов открытия сразу. И они у тебя на экране фух-фух-фух вот так открываются.
Почему такое не сделать? Это было бы круто. Так. Ну ладно, я свою систему открытия сделал. Все, я могу теперь по 4 бокса одновременно открывать. Так, я не понял, нам что, ничего с бигбоксом не выпало? Давайте проверять. О, господи, 39, когда оно успевает прибавляться? Не, ничего не выбили. Осталось 2 мифика и 2 леги, запомнили, да? Так. Боже, я по 4 бокса открываю одновременно. Ха-ха, все. Окей, продолжаем. Так, проверяем, я ничего не выбил там случайно? 40-го бойца выбил. Я выбил Спраута. Я выбил Спраута только что! Боже мой, пацаны, вы еще до сих пор не подписаны? Вы еще до сих пор не подписаны? Я продолжаю открывать. Окей, не подписывайтесь. Кто не подписан, окей, окей. А кто подписан, ребята, это караул. Такс, еще есть. Я бы, знаете, я бы даже, может, коль такое... Я там 6 предметов! Я не знаю, пацаны, я не знаю, как вы до сих пор не подписаны, как вы можете до сих пор быть не подписаны, как? Это невозможно, я не верю, все-таки это правда, все-таки это правда, блин, вы посмотрите, сколько мы всего выбили, сейчас я еще Легу выбью, это жопа. Короче, надо вмешаться донатом, секунду. Блин, так непривычно, что с сундуков теперь не падают гемы, так жалко, так жалко. Так, ну ладно, еще, смотрите, еще парочку сундуков откроем. Я бы, знаете, я еще и Brawl Pass бы купил. Мало ли, друг бы еще одну легу выбил. Ну вы с таким-то шансом на выпадение, алло. С таким-то шансом на выпадение. Ну, сейчас уже шанс маленький, реально. То, что выпадет лего, это... Это очень-очень-очень-очень мало шансов. Короче, дорогие подписчики, я открыл все боксы, которые были... Вы посмотрите на этот аккаунт, он весь новый, все новое, все просто новое. Я такого еще никогда не видел, просто 2 леги осталось выбить, господи. Мы выбили хроматического и легендарного, мы выбили все мифики, мы выбили эпики. Офигеть, мы выбили 5 мификов, ты шо, я такого не видел никогда. Короче, пацаны, пользуйтесь моментом, пока это работает. Подписались на канал, поставили лайк. И пошли открывать сундуки. Пока это работает. Это надо фиксить. Это читерство. Всем спасибо за просмотр. Я в шоке. Пошел заливать видосик. Всем удачи, всем хороших открытий и везения. Побед вам, пацаны. Всего пока.